еще? Половина даже отпала. Давай еще. Да-да. Опять саму отпала. Это мое дело. Саму отпала опять. Тебе по ногам не сделано. Все. Что все-то? Еще не все. Давай. Отпало. Тебе руку не отломи. Фу, с 10-го раза раздолбил. Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу продемонстрировать свой дровокол новый. Приобрел я его буквально вчера. Вот, испытал уже. Вот там кучу наколол. В легкую вообще. Просто стоишь, можно сказать, слушаешь музыку и колешь без проблем. Вот сейчас начал колоть осиновые дрова, вот они. Но они сейчас тепло, и они не совсем сухие еще. То есть вот такие вот чурачки, которые самый комель, самый низ, они вообще не колются. Вот более-менее такой средний взял, расколол его только, наверное, с 10-й попытки напополам. Плюс надо еще вот так, потом еще. Получается, это очень-очень затратно по времени. Где-то, да нет, если очень крупный чурак, то получается вот этим дровоколом быстрее все равно, как ни крути, я уже пробовал. Также сейчас продемонстрирую пока вот осиновый чурак, потом березовый, потом еловый. Вам покажу, как он колет. Дровокол этот не дешевый, на него я рекламу не делаю. Купил его сам на свои деньги. Давно уже мечтал, вот все-таки приобрел. Потому что живем в деревне, очень много. Получается, времени у нас уходит на просто на одни дрова. Вот. У меня два вида колуна. Этот колун, который еще старых образцов, вот такой вот он, или наоборот, он из новых, фиг поймешь, вот такой вот. Он вообще в чурак не заходит. Есть вот такой вот, я думаю, что этот, наверное, старее. Он больше на топор похож, но он колет в разы лучше. Он не отпружинивает, он заходит в чурак хорошо. Хороший такой клин. Итак, вот осиновый чурак я расколол. Вот у меня дочка, ей всего 7 лет, она справляется с этим дровоколом на ура. Я ее не заставляю, она сама желание такое проявляет. Запросто колет. Я только подношу и складываю крупные чураки. Вот сейчас раскалю эти две половинки, потом возьму крупный осиновый чурак. Самый покрупнее березовый и еловый.
Вот, и все вам это покажу в деле. Вот такая вот бомбическая штука в деревне. Просто, я считаю, незаменимая. Сейчас возьмем крупный осиновый чурак. Вот такой вот здоровяк, который весит килограмм 30. Нажимаем. Просто нет проблем. Так, теперь березовый. Сейчас попробуем. Без проблем. Сейчас принесу еловый. Вот еловый. Не сильно толстый, но и не тонкий. По крайней мере, он больше в диаметре 25 сантиметров. Как здесь указано в табличке, что, мол, до 25 сантиметров в диаметре. Единственный минус этого дровокола, то, что надо пилить дрова не больше 50 сантиметров. Потому что здесь всего лишь длина вот этой станины 52 сантиметра. Если чуть подлиннее, уже, соответственно, полено не влезает. Так что некоторые я уже откинул, чтобы отпилить торец, и буду дальше колоть. Просто красота. Нет проблем. Еще. В дождливую погоду нельзя колоть. И в морозную погоду. Желательно в теплую погоду. Гидравлический пресс получается 5 тонн. Нагрузка здесь 5 тонн. Хоть и написано, что 25 сантиметров в диаметре должно быть полено, он колет и 50 сантиметров, то есть в 2 раза больше. Без проблем, ни одного заедания еще не было. Вот так вот. Вот такое вот чудо-изобретение. Кто, конечно, придумал такой дровокол, ему надо памятник поставить. Просто без проблем. Я не вспотел, нисколько не устал. Вот, полкуба я наколол практически минут за 20. Без напряга, без какой-то спешки. Один чурак только расколол вот колуном и все. И понял, что это так... Блин, это очень тяжело. Кто колол дрова настоящие, не как там в фильмах показывают. Такой вот чурбашок. Ставят на чурак, якобы со всего удара, бах, он разлетается там чуть не на 4 части. Вы попробуйте 60-сантиметровое полено расколоть. Еще сыроватое, сучковатое и так далее. Никакой там нафиг Терминатор и Шварценеггер с первого раза его не расколят. Это я вам просто гарантирую. Вот такая вот вещь хорошая. По сути, это просто гидравлический пресс. Двигатель здесь 2,2 киловатта. Электроэнергии он жрать много не будет, потому что мы полностью уже этот направляющий вот эту, да, которая давит полено, мы же ее не загоняем до конца. Самое главное сделать первый раскол пол полена вот так вот. В принципе, если не лихо, можно там уже доработать его колуном, это без проблем. Совсем от колуна я, естественно, отказываться не буду, но вот сколько я поколол, где-то я расколол со вчерашнего дня примерно 1,5 сажени. Это где-то приблизительно 3 куба. Вообще без проблем. И охота колоть, 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 еще раз колоть. Это я делюсь чисто с вами. Тот, кто тоже в деревне живет, такой дровокол, может быть, даже еще и не видел. А если и видел, может быть, в него не верит, то я вам гарантию просто даю, что эта штука огонь. Здесь у меня все соседи почти такие дровоколы взяли. Вот. Тут не обращайте внимания, это я расцарапал, по лесу ходил, на сапырку себе расцарапал. В общем, так вот, дети резвятся тут, на качели качаются. Дочка Ева и племянница Дарина. Вот такая вот история. Вот здесь у меня было 5 кубов, я уже полкуба расколол. Вот это я расколю до завтрашнего вечера в легкую. Просто подошел, поколол там, чурака 2-3 расколол, пошел дальше, свои дела поделал. Потом по новой подходишь, опять колешь. Очень грамотная штука. На нее год гарантии еще дают, кстати.
Но штука не дешевая. Мне она обошлась в 24 300. Вот такой вот без ножек. Пришлось еще вот на такой ящик устанавливать. А когда на пол ставишь, на землю, то очень, ну как бы слишком низко кнопка, потому что здесь очень низко, практически на земле надо сидеть на коленях. Плюс в этом еще есть, если сильно тяжелые чураки закатывать сюда, то хорошо. А на такую высоту, на метровую поднимать, конечно, сложновато. Вот так вот. Ну что я еще могу здесь сказать? Больше вроде бы и нечего. Кому понравилось, естественно, пишите в комментариях. Лайк поставьте. В общем, такие дела. Ладненько, спасибо всем за просмотр. Желаю всем удачи и до встречи.